Всем привет! 1 июня, первый день лета. У нас цветет вот так сирень. Вот такая вот красавица. К вечеру ближе, у нас солнышко светит. И вот такая вот красота. Вот так цветет наша сирень. Такая большая. И уже много лет. Вот. Запах такой. Ой, аромат. Вот, еще немножко. Ну вот уже она отцветает. Вот. Еще немножко. И она все-таки успела я заснять все. Откладывала завтра, завтра, завтра. Вот. И в общем. Вот так вот цветет наша сирень, красавица. Вот. Здесь у меня тоже цветет сирень. Вот такая маленькая, но уже цветет, потому что ой, тут один раз муж вылил закваску, вот это от, то ли от вина, то ли что, и оно у меня стало погибать. Ну, в общем, я думала, она не выживет, но вот выжила, вот такая манюсенькая, но уже цветет. Вот такие вот у нее цветы красивые. Вот. Вот такая красавица сирень. Там у нас хмель. Вот. Вот здесь тоже виноград немножко. В общем, белая смородина усыпана, можно сказать. Вот такие грозди усыпаны смородины. Вот. В общем, смородины белой много. Красной в этом году у меня смородины совсем мало. Вот малина. В общем, вот так растет. Вот. И начинают цвести ирисы. Мне вот эта трава замучила. Уже вся пошла в ирисы. Как ее оттуда вытащить, я не знаю. Прям я уже вот здесь вот стала лопатой выкапывать. Вот. Здесь, значит, гортензию я насыпала, кору, шишечки там вот насыпала. Вот эти два кустика я пересадила сюда из другого места, потому что они у меня росли там, возле лилии, и, в общем, что-то плохо росли. Вот, ну, в общем, я эти вот не тронутые, они намного больше, чем вот эти два кустика. Там вот у меня лилии тоже. Вот, и вот так у нас дорожка. Виноград цветет. Вот. В общем, вот так вот растишки мои. Дихера вот принялась, которую я рассаживала. Вот так хорошо растет. Вот виноградик у меня что-то не идет никак. Вот и ежевичка хорошо пошла. Вот. Цветы мне надо высаживать. Вот не знаю, ну может быть примется еще. У винограда хорошие большие корни были, но что-то совсем плохо растет. Вот и роза. Вьющаяся роза. Вот так. В общем, будем ждать вот цветения пионов. И лилии вот. Лилия. Мне вот эта лилия нравится. Она красивая. Бежевая такая. Это красные лилии. Много цветочков будет. Принялся мой абрикос. Вот такие у него росточки. Я очень-очень рада. Такие мне растишки мои. У нас прошел дождь. Вот такие помидорки в открытом грунте у меня. Вот. Так растут. Еще не везде поставила палочки. Вот. Здесь вот так мои растишки. Я высадила астры. Вот, пионы будут цвести. Клубничка моя цветет.
Вот так растет моя картошечка. Здесь мои огурчики. Вот. Пока так воткнула. Посмотрим. Хотела еще редиску показать. Мы уже ее почти всю съели. Думаю, тоже ведь не засниму. А вот какая у меня выросла редисочка. Вот. Вот такая вот редисочка. Мы уже вовсю ее кушаем. Что-то я тут маленький совсем. Вот какая большая вот моя рука. В общем, вот такая вот редисочка. Такой сорт. Вот, в общем, кончик такой вот беленький. Ну вот, мы почти всю съели. Немножко осталось. Думаю, надо пойти заснять. А то я не успею заснять, мы ее всю скушаем. Здесь у меня, значит, вот так морковка. Я ее начала уже вот там пропалывать. Вот. В общем, так, чесночок. Здесь перчик. Перчик у меня не очень. В этом году первый раз такое. Никогда такого не было. А вот здесь, значит, у меня кабачки, патиссоны. Вот здесь мы посеяли фасоль. Там у меня тоже две грядки фасоли. Так вот растет у меня лучок. Вот. Я быстренько пробегусь. Вот здесь, значит, у меня вот так капуста растет. Вот. Это своя рассада у меня будет. Вот. Я думаю, что еще вырастет. Вот так у меня начатая кукуруза. Так, здесь у меня опять картошка. Вот так у меня растет картошечка. Я бы сказала, неплохо. Я вчера убила два колорадки жука. Но пока больше не видела. Вот у меня принялись мои яблоньки. Вот так вот распускаются. Вторая яблонька тоже распускается. Вот это вроде бы получше распускается. Вот. Это тоже неплохо. Вот. В общем, вот так вот у меня растут мои растишки. Я, значит, вчера подсадила табак. Вот так у меня растет табак. На эту грядку крайнюю я посадила семечки. Здесь у меня фасоль еще не взошла. Здесь тоже по краю семечки. Вот, в общем. И здесь вот так у меня тыковка растет. Я, значит, еще подсеяла. Я обычно несколько штук сею в лунку. Ну вот вылили только вот столько. Купленную, в общем, тыкву, что купила. Ни одна не взошла. Вот. В общем, не знаю, думаю, то ли мне подсеять еще, или оставить так. Вот. В общем, вот так. Табак такой. Корешки были хорошие, поэтому вчера вечером посадила. Вот так и стоят, как солдатики. Правда, побелели. Но ничего, они зелененькие, потом скоро будут. И, значит, мои томаты. Мои помидорки. Они у меня жируют. Я их ничем не удобряю. У меня здесь вот такая вот земля. Вот так вот они у меня жируют. Ну, цвести будут. Тут даже цветет где-то помидорчик. Так, где-то я сегодня видела. Я даже... Вот у меня помидорки начали цвести. Вот, ну, в общем, есть будут цвести. Вот. Они вот такие у меня жирные. Вот. Что делать, я не знаю. Ну, в общем, ну, так оставила. Посмотрю, что будет. Вот так их поливаю понемногу. Каждый раз. Вот опять от жары скручивают они мне листики. Вот. В общем. И не знаю, мне вот почему-то вот здесь вот они как-то чумненькие становятся. Я прям боюсь, что они вот, вот такие вот. И, значит, я оборвала
В общем, так для эксперименту оборвала пасынки и поставила вот воду. Думаю, дадут корешки, нет. В общем, посмотрим. Вот, сюда, наверное, добрый. В общем, посмотрим. Поставила вот воду. Если дадут, посажу. Не дадут, не буду сажать. В общем, вот такие вот у меня жирующие мои помидоры, мои томаты. Вот ствол такой. В общем, вот так мы жируем. Вот. Такая у меня тут земля. Ну, такая вот у нас погода сегодня. То тучки, то солнышко, то дождь идет. Вот с той стороны тучки, пасмурно. Вот. Это я. Вот. Пробежалась по огороду, показала, что делала, что посадила. В общем, предстоит еще много работы. Ну, всем пока-пока.